Ну. Глюки, глюки, у меня тут глюки свои. На чем остановились? На полтергейсте. Продолжаем. Одна из очень интересных зон, локаций, но в то же время там есть очень сложный квестик. Сейчас все увидите. Ага, охо, охо. Повелитель призраков, пришло время разрушить еще один бастион безопасности смертных. Обрати свое внимание на уже переполненную Грейвенвильскую больницу, где души безжалостно заталкиваются назад в их бренные тела, и никто даже не задумывается о необходимости таких действий. Чтобы добиться там успеха, тебе нужно всего лишь изгнать оттуда всех врачей, хотя дополнительные жестокости всегда приветствуются. Набираем команду. Огонь. Вот везет, в этой зоне нет огнетушителей, поэтому жечь, жечь беспощадно. Ведьмы. Нет, он сюда, по-моему, нам нафиг. Забыл, все забыл. Эти обязательно ведьмы. Огонь обязательно, электричество, бу. Наверное, пса возьму. Разгонять так разгонять. И паука. Ай, думай. Зона будет непростой. Я забыл. Ну, точнее, не забыл, рука отвыкла. Тут на скорость нужно. На скорость не прохождения по лимиту времени, а быстро переключать успевать. Игра багованная, устал повторять. Ну, кого бы еще? Нет, нет, эти нам не нужны. Это все элементалы, они на воздухе работают. На воде и на воздухе. Нет, этот нужен потом в больнице. Мы еще вернемся в больницу, в финальной, предфинальной зоне. А давайте Бу. Бу или паука все-таки. Паука. Хорошо. Ничего не забыл? Точно? Переигрывать неохота. Let's go. Напугай докторов больницы до потери пульса и заставь их... Вот зайка. Ты повелитель призраков? О, я никогда не могла сопротивляться духу в униформе. Я сейчас немного занята. Присматриваю за ребенком. Его игрушечный кролик украден, понимаешь? Какая и теперь девуля, малыш плачет, милая, не переставая. Но если бы ты смог помочь нам, возможно, я пошла бы работать к тебе. Ручаюсь, ты видел немного мошенников с такими ногами, а? Ладно, здесь я позволю себе пока... Вот вы сейчас видели в кадре вот этот болван. Вот он. Он, не, они похожи. Он один или два таких, нет. А вот, вот он второй, вот он. Билл Хадсон. Ты вам ни о чем это не говорит? Билл Хадсон. Читаем биографию. Билл Хадсон помешан на медитации и постоянно бормочет: игра окончена, парень, игра окончена. Ребята, это прямая отсылка к вторым чужим Камерона. Билл Пакстон актер, а фамилия его героя Хадсон, паникер. Игра окончена, игра окончена. Вы помните эту фразу? Game over. Вот такие вот дела. Украл вот этот негодяй. Надо плазму поднять сперва. Поднимаем плазму. Во-первых, отрубаем свет. Отрубаем свет. Но плазмы мало. Только надо... Ну, блин. Факел.
ток есть. Током сразу плазму поднимем. Есть, очень хорошо. Костерок. Чуть-чуточку плазму подняли. Теперь занимаемся мальчишкой. Надо, чтобы он выронил игрушку. Испуг до смерти. Смертельный испуг. Где он? Сволочь, он сюда зашел. Ой, свет. Это корга, вот она. Трень такая. Опять свет отлыст. Вот надо быстро. Вот на эту невесту сложнее моя всего освободить. Должна была стать самым счастливым днем в моей жизни. Возможно, он таким бы и был, если бы он не изменил мне. Я была недостаточно хороша для него. Зачем ему были нужны все эти другие? Голоса привели меня из белой комнаты на крышу психушки, чтобы обнять молнию. В общем, это брошенная невеста. А теперь они говорят, такую брошу, что мужчины-развратники должны быть наказаны. Ну, изящная фигура, но, блин, ну, кожа, лицо, ну, простите. Что за вообще Лючио Фульчи, Дарио Ардженто, зомби? Вот эту бабку можно свести с ума. Но не сейчас. Ой, забыл про нашего любимого сновидения. Только успевай все переключить. Надо быстро играть. Очень-очень быстро. Гром. Будем вот этого товарища. Ну, пробуждайся. Хорошо. Страх. Чуть-чуть плазмы не помешает. Отключаем. Сейчас надо отключить свет, потому что испуг, здесь все так завязано, испуг до смерти, он работает только в темноте. Вот этот скверный мальчишка, ну, пуганем его немного. Огнем, естественно. Огнем. Огонь всегда хорошо работает. Пуганем. Игрушку не бросил. Испугался, но игрушку не бросил. Можно его сейчас, знаете, что сделать? Сильно напугать. До смерти. Ну, не до смерти, до конца, когда он покинет локацию. Ну, предел испуга. Он убежит, бросит игрушку, но он бросит ее вот здесь, вот на улице. Нам это невыгодно, вот здесь. Надо потом, чтобы ее кто-то подобрал, эту игрушку, этого зайчика или кого. Да, зайку. И вернул зайке. Вот этой вот зайке. Понимаете? Ой, сноровка. Ну, темнота, затемнение. Бабка, подвал. Работаем. Быстро, оперативно. Здесь скорость бешеная нужна. Переключать. Затмение. Тут же. Немножко и нервы расшатываем. Фобии. Раз. Есть. Чуть-чуточку. Еще три раза, и она того. Сажаем паука, чтобы эта дура нам не испортила... Ну, не подходила к этому щитку электро. А вот теперь на него сажаем, если плазмы не хватает. Черт. Переключаем быстро вот так. Ну, упал в обморок, успел. Упал. Сажаем на него сон. Быстро. Сажаем на него сон. Подбирай, доктор, подбирай игрушку. Так. Доктор не подобрал. Подобрал. Ну, будем надеяться, что этот доктор, где он? Где он в списке? Вот он. Доктор Бенгли, Виктор Бенгли. Будем надеяться, что он донесет игрушку. А чтобы он ее верно Блять, отключился. Если я с мальчишки этого негодяя уберу лунный этот, господи, прием, он опять игрушку может подобрать. Надо, чтобы она была в руках. Пусть пока гуляет. Но плазма, он занимает много плазмы. Немало. И этот спит, гад.
Ах, вы спите, а мы вас сейчас разбудим. А мы вас сейчас разбудим. А ничего не знаю. Ой, плазмы не хватает. Бабка опять включила свет, дрянь такая. А, ну правильно здесь фобия работает. Сколько ей? Не, мало безумия дало. При свете... Нет, именно в темноте многие вещи работают. То есть вот фобию я на нее направил. В темноте фобию забирает. Значит, вот смотрите, три индикатора. Вот. Красный – это страх. Блин. Желтый – это madness, ну, сознание. Синий – это... Я не помню. Да не столь важно. А, синий – это вера. Голубой – это вера. Верить в привидений. Вот этот негодяй в очках. Ну, вот он бежит. Вот он побежал. Ну, портрет покажите его крупным планом. Вот, он уже подобосрался. Его надо загнать в подвал любым способом. Я знаю, как это делать. Но не всегда срабатывает. Это бесплодная затея. Иди, иди. Иди, 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 иди. Ну-ну-ну. Вот тут... Нет, сейчас на медсестру еще сработает, не дай бог. Черт, гад. Ну, опасно. Я сейчас поставлю и... Опция. Ну-ка, отсюда. Ну, быстрее. Сейчас он как отойдет. Ну-ка, 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 ну-ка. Он ближайший. Бесплодная затея. Есть. Ну, посмотрим. Можете подвести, очень возможно. Вот они не слушаются здесь. Проверяем, у доктора есть игрушка? Да, есть. А чё ты тут сидишь? Ну вот, приехали. Если я его напугаю, он игрушку бросит здесь. Тогда светом. Опять затмением. Опять затмением. Зона сложная, но офигенная. Всё. Бабкё... Эй, ушла! Не, нет, к щитку. Фобия, фобия. С ума сводим. Еще один раз осталось, и все, и прекрасно будет. И она с ума сойдет. Доктор, доктор. Кстати, на него тоже бесплодная затея действует. Она еще не доросла. Надо, чтобы он поднялся наверх и принес игрушку мальчику и освободить зайку. Так, что ж... Ты бабка какая вообще, ты подвальщица чертова. Что ты свет включаешь? В темноте плохо, что ли, здесь? Ничего, в следующий раз мы вернемся, другой здесь будет, другой уровень. Дарклинга, когда будем освобождать. Сейчас, ребят, я налью напитка волшебного. Но без него никак. Да... На скорость за 15-20 минут, я боюсь, это на 40 минут идет, на час. Ну а что делать? Ну надо их освободить. Пусть этот гуляет. Доктор, доктор, болван, беги на... Беги... Куда? Берем быстрее. Идиот, давай. Ну! Есть. Я надеюсь, ты побежишь. Ты побежишь... по затее на второй этаж. Второй же, да? Да. Такое высокое здание, я путаю. Здесь как будто 10 этажей. На самом деле всего 3 уровня, но третий для... Куда? Ну не надо! Ну... Идиот, блядь. Есть другой вариант. Сейчас его напугать, он бросит игрушку, игрушку подберет какой-то другой персонаж, например, какая-нибудь медсестра, а их здесь тьма бесконечная. Кстати, самое непуганное. Кто у нас? Сэвидж? Нет. Пиклз, вот. Она самая непуганная. Вообще ничего не боится. Она самая последняя из локаций сматывается. Ну, этим займемся тогда. А, ну, у нас сейчас не работает. Да, его надо чуть-чуть припугнуть. Или здесь... Я не понимаю, вот как работает скрипт-сценарий. Надо позволить ему встретиться с любовницей. У него несколько любовниц, медсестер, они будут целоваться,
как бы зафиксировать его измену, потом немного припугнуть, он выбежит на улицу, потом громом его, а уже потом загонять в подвал. Ну, это тоже, кстати, сложно. Вот затея работает. Ну, давайте, затея. Уйди. Уйди. Ну, давай, ну, давай. Ну-ну-ну, только не на медсестру! Есть, на него, на докторьё. Как его зовут? Гринвуд. Гринвуд, давай. Так, но он сейчас может не зайти. Вот-вот-вот он бежит, и мы должны страшный этот показать. Быстро-быстро! Быстро! Безумное приглашение? Странное видение? Ну давай странное видение, давай-давай-давай! Так-так-так-так-так! Пожалуйста! Вероломный, есть! Осквернитель! Есть! Ребята, это повезло, это повезло! Его по 10 раз надо загонять, этого докторишку мерзкого! Бриджит проклинает тебя вечным запахом неверности! Никогда это больше повезло, ты не найдешь ребята. Утешения в объятиях женщины! Все остальное уже гораздо легче. Все, он обосра. А теперь сейчас придут охотники за привидениями. Локация так устроена. Стоит хоть кого-то выгнать. Вот он сейчас все, он сматывается. Гудбай. Сейчас придут охотники за привидениями. Я обычно сразу делаю. Их сразу пугаю. Если плазмы хватает. Они для нас представляют угрозу, потому что они ловят наших призраков. Быстро, 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 быстро! Ладно, пока он бежит, успеем, успеем, успеем. Отключаем сон. К черту сон, бог с ним, он нам не надо. Паук, все, отключаем. Быстро, 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 быстро. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой, вот они сейчас сюда выйдут, и мы их сразу прессанем. Как следует. Током. Огнем тоже неплохо. На что хватит? Сейчас посмотрим. Сейчас побыстро, быстро, быстро. Смотрим. Тихо, 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 тихо. Вот. Быстро. Давай, огнем так огнем. Черт подери. Огнем. Нет, током, током. Ну, давай, ну. Черт. О, все трое, хорошо. Костер. Костер. Факел. Только успею переключать. Хоть одного факелом. Хоть немножко мы их это шуганули. Раз, раз, раз. О, вот этот Экрейд. Кстати, Экрейд. Дэн Экрейд же, понимаете? Тут Реймонд, это отсылки. Этот Лоренс Мюррей. Это Билл Мюррей. Это кто? Рамис. А Рамис это был очкарик в охотниках. Понимаете? Тут тьма отсылок. Пуганули. Доктор, как... Да что ж ты тут сидишь, а? Может, бабки отдать? Давай-ка мы... Его пуга... Нет, если сейчас игрушка здесь останется, здесь ее шиш кто найдет. И бабка. Бабка тоже испугается. Я не знаю, что делать. Ну, значит, придется... Опять затей. Ну, что-то он не хочет наверх бежать. Дурак этот. Как его? Бегли. Ну, давай. Остался один призрак, зайка. Хэрриет. Давай, наверх, наверх. Да, 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 молодец. Вот-вот-вот, наверх. Медсестры, а... да не толпитесь вы тут. Угу. Ага. Давай, давай, направо. Молодец. Ну-ну-ну. Ну, наконец-то. Есть, Хэрриет у нас в команде. Нет, ничего приятнее. Повезло, повезло. Нет, с Хэрриет это несложно, а вот с невестой, ребенка. Бриджит. Спасибо, Пол. Подвальной невестой. Морг, который в морге. Морг, подвал, все. Ну, не знаю, на изыске меня хватит. То есть я хочу свести бабку. Попробуем, но рискнем. Потому что если ее свести с ума, будет очень весело. Знаете почему? Потому что она будет носиться как угорелая, если привязать к ней, я не взял архисвет. Сводим с ума, давай. Фобия. А-а-а, фобия, ну и она же освобождена. Сажаем, быстро. Тихо-тихо-тихо, вот так, осторожно, регулируем. Вот смотрим, она сейчас как пройдет. Давай-давай-давай.
Да нет, я уйди отсюда. Уйди, бля, дурак. Вот, фобия. Ну-ка. Есть, бабка чокнутая. Отлично, ребята. Отлично. Сейчас хардкор будет. Обещаю вам. А ты чего сюда подошел? Ладно, включай свет. Ладно, подожди. Все. Значит так, вот теперь уже весело, вот теперь с комфортом играем. Она садится, сейчас я привяжу к ней архисвета. Но сперва надо расправиться с этими. Этих надо пугануть посолидней, а то они мешают. Вот, нам везет электро. Не зря, огонь всегда работает, ребята, огонь прекрасно работает. Есть, опа, в обморок, хороша. Ремис. Тоже не очень пугливые. Ах ты вот, в холл вышла. А в холле вот что мы устраиваем. Это все очень просто. Это все крайне просто. Сейчас как ударную партию берем. Ударную. Ну-ка, не уходи. Ну куда, сучка, блин, дура. Так, бабка куда? Это другая бабка, они похожи. Ремис! Иди сюда, скотина. Давай. Есть, хорошо. Пуганоев. Это что за месяц хочешь? Хорошо. Вот и пусть в холле пока остается это все. Угу. Мюррей. Ну давайте устроим вот здесь вот хардкор. Почему бы и так и надо? В этих залах расставляем. Са, я забыл нашего верного. Это верный, это просто супер верный. Это просто потрясающий. Пес это, ребят, это вам. О, пое. О, кстати, с ума свести можно и вот его. Вот этого вот. Нет, не Дрейка, а Хадсона. Но это уже искусная игра. Я давно просто не играл, рука устала. Надо будет как-нибудь наиграться самому, а потом вот показать высший пилотаж. Я покажу, потом как-нибудь перезапишу. Может, инсталляшку получше достану, которая меньше баджет. Ну все. Плазмы мало. Отключаем. Пусть плазмочка нарастет. Эти нам, в принципе, Хэрриот и Мечтатель нам не нужны. Смотрите, как делается. Сажаем. Быстро вот это виртуозность. Сперва факел. Ебанем быстро. Раз. И овладение. Тут же. Поняли? И шары. Все. Вот она побежала. Вот она ломанулась. Она как сумасшедшая. Она бегает в два раза быстрее, чем обычные. Во-во-во. Все. Архисвет. Архисвет, кранты вам всем. Угу. Она вообще как ебанет, смотрите. Как ебануло. Видели? О! Мюррей того. А теперь по заявкам наших дорогих, самых наших драгоценных. Мунскрин в центр. А по бокам... По бокам. Две красавицы. В общем, три красавицы. Ну и все. Вот они все пройдут. И сейчас их так как настигнет. Обожаю. Вот они, красавицы. Три полуграции. Просто такой дурацкий фильм был. Вот они. Бриджит выше их всех. Вон она, каланча. Но не так показывало. Ремис уже сдает. Ремис сдает, конечно. Факел работает. Куда? Чего? О, и уже Экрайт того. Экрайт тоже смылся. В подвал полез. Ну правильно. О, все. И Ремис тоже. С охотниками покончено. Сюда ставим по-любому. Надо быстро успевать комбинировать током. Жаль, один.
Жаль, всего лишь один, но ничего. Нет, не один, двое. Неплохо. Ага, ага. Ну все, а бабка Виннери свое дело делает. Точнее, архисвет наш родной. Все. Пожар, пожар, пожар. Видите, как все прекрасно просто, чудесно складывается. Сейчас плазма, расти, плазма, я тебя прошу, плазма, плазма. Нет, надо комплексные атаки делать, комплексные. Видите, и пса я сюда сажаю, и нашего любимого толстяка. Вот, видите, как сразу. И все, кто здесь пройдет, сразу серия атак солидных, таких солидных именно. Вот, видите как. Сейчас. Плазма растет. Сажаем сюда, сюда. Ну и все, дальше можно ничего не делать. Вот еще до этого хвост, огнехвост. Как же его пройдет? Ну. Не, Виви, не надо, Виви, не надо. Виви, не надо! Есть, а хорошо. Так, заходите, заходите, а заходите, добро пожаловать. А ты с игрушкой все хочешь. Ну, мы, кстати, можем эту посадить сюда, но это не нужно абсолютно. Я отключил кого? Я отключил этого и Монскримыча. О, плазмочка наросла. Плазмочка наросла. Вот что значит массивные атаки. Ребят. Я очень советую не по одному сажать. Там штучка, там. А сразу по 4-5. Чтобы уже плотно продирать. И в таких вот транзитных местах, где они все проходят. Понимаете? Вот надо механику игры просто понимать. Вот. По-любому они все, хоть немножко испугаются, они побегут сюда. Вот в этот коридор. Ресепшн. И здесь вот их настигают. Вот. Да, да. Кстати, пса, наверное, давайте и пса тоже сюда. Чтобы же добивать. Пес он их докусает как следует. Ну все, дело осталось за малым. О, плазма растет. Ну тогда уж давайте уж какофонию. Чё мелочиться? Ах, как красиво, как красиво. А какофония доносится до всех. Неважно, в какой части они зоны находятся. Как поживает? Зачем в подвал? Зачем? Кто тебя... Нет, не в подвал, не в подвал. Не, в подвал не надо, я тебя прошу. Ходи, хуярь всех огнем. На что я тебе архисвета прицепил? Вот балда в подвал идет. Ну, придется второй раз ее... Я знаю, что надо делать. О, ну началось, музыка пошла. Когда музыка идет, это все. Львиная доля, ну. Этих и не надо, они не нужны. Здесь никакое взаимодействие, они не нужны. Надо просто повышать до этих моих. Фобию включаем. Ай, голос ветра давай. А у это что у нас? Песня сирены. А пусть я привлекаю. Все. Он игрушку уже вот сам теряет от страха. Ой, утонул. А этот подонок маленький, вор, мальчишка, так и не убежал. Так, почему Виви? Нет. Нет, плазма падает, не надо нам Виви. Нет, так не пойдет. Все, плазма поднялась, все. Не-не-не-не. Все нормально, плазма с запасом. Ну. Ах ты скотина, вот его из принципа надо загнать. А, это балда, значит, здесь. Вот лишь бы не сорвать. Сейчас я его отключу. Ну-ка, факел заряжен. Значит так. Осторожно.
Я сейчас его отключу, пересажу. Будет обидно, если я опять не посажу на нее. Попробуем. Попробуем. Тихо. Факел и овладение. Факел. Да блять! Чего он не сажается? Быстро, быстро! Уйдет сейчас! Дрянь такая! Овладение! Шары! Все, посадил. Все, она обезумела, я ее поджег. К ней же прикрепил архисвет. Понимаете, вот тут точно тут вот. Не надо вниз, иди наверх. Вот. Все, она побежала опять всех это разносить. А самое классное, когда трое-четверо безумных. Побежал. Вон, видели, пес свое дело делает. Молодец. О, какофония опять пошла, я слышу. Чё ты застряла, балда? Но. Синие линии — это вера. То есть она верит в паранорму. Ай, хорошо. Только жаль, никого нет. Так, доктор уже того сознание потерял. Ну еще бы. Еще бы, тут такие три полуграции. Обосраться-то как? Че он видит? Вот, Волкер тоже непуганная. Самая непуганная была вроде это... Сейчас. Пиколос. А она вот напугана. А вот Волкер почему-то непуганная. Вообще не испугалась ни на йоту. Блин, на полчаса уже наиграл. Ну я и говорил, на минут 40 это и выйдет. Примерно. Что ты стоишь здесь, а? Вот на, ну на тебе, на. На, сразу трех полуграций. Трех принцесс тебе. Похуй, смотрите, вообще не боится. А больше ничего не привязать. Вот дрянь. Ты смотри, не боится. О-о-о. Какофония свое дело сделала. Возвращаем их на место. Что такое? 29 минут. Лимит 25. Не, ну так не пойдет. Все, ребят, я вспомнил. Если я предыдущий, ну первый раз, когда прошел за 25 минут, он ограничивает это. Неудобно. Я не всех разогнал. Ну ладно, главное, всех трех призраков спас. В общем, советую, сами проходите, щупайте. Да, надо уложиться хотя бы в 20 минут. Ну, в 15 я не уложусь, в следующий раз, но в 20 я уложусь. Хорошо. Ладно. Переходим к следующей зоне.